Как сегодня погода? Нелетная. Спасибо, удачи. Thank you.
случае не нужно сбавлять, также продолжать организованную оборону, и нужно цель второй. Спасибо, удачи, thank you. Пожалуйста. Thank you.
Признавайся честно, рассчитывал на хитрик Георгичу. Тезка, спасибо большое. Иду, иду. Этот, как его... Да нет, какой хитрик, конечно, нет. Так не загадываюсь. Просто победить нам нужно было очень важно. Непростое поле, непростой соперник. Они на третьем месте идут, если я не ошибаюсь, да? А у нас такое положение, что нам нужно выигрывать. И в любом случае, спасибо огромное Михалычу, Толичу за такое доверие. Они в меня очень верят. И ребятам огромное спасибо за передачи, за то, что ищут. Поэтому я благодарен очень. Ну, что касается игры, действительно очень тяжелый матч, с учетом особенностей поля и очень хорошего соперника, который лидер чемпионата. Да? То есть для нас, тем более с учетом турнирной ситуации, каждый матч как финал. Поэтому сегодняшняя победа, она очень важная, она трудовая, так скажем. Да? И мы показали себя действительно единой командой, единым коллективом, которая способна биться и добиваться результата. Сейчас пришла к нам трагическая новость. После игры нам сообщили, что скончался наш переводчик Мурат, который очень долгое время работал в «Локомотиве», в команде. И для команды это стало шоком после тяжелой болезни, после операции. Его не стало. Поэтому эту победу весь персонал команды, игроки, тренерский штаб посвятили ему.